Югра вошла в число лидеров по поддержке социальных предпринимателей и НКО. О результатах рейтинга сообщил полпред президента России на Урале Владимир Якушев. Помимо нашего округа в топ вошли Ямал и Тюменская область. В Югре в реестр Минюста включено 2635 социально ориентированных некоммерческих организаций. При составлении рейтинга учитывались не только финансовая составляющая и наличие необходимой нормативной базы, но также и информационная помощь социальным предпринимателям. Участие НКО в оказании услуг населению значительно сокращает нагрузку на социальные службы.